Он, маленький драчун. Прибежала лайка щенком. И мелкий постоянно задирается. Злющий маленький. А мамаша в обиду не дает его. Вчера вот этого люлями навешала. Кинулась на черного, но черного не возьмешь. Месяца два, наверное, его. Два с половиной, может. Это они вон там на ферме обитают. Вот в этой будке. Там пилорамщики с другого. Ну, с другого села здесь пилораму открыли. Ну, что-то закрыли. А эту ферму перекупил. А будку пока тут оставили. И собаки того хозяина с этой будкой, короче. Ну, щенка можно взять, но у меня и так три собаки дома. Он маленький, а задиристый какой. Уже видно, нечистый лайка щенок. С кем-то, видать, огулялась. Потому что уши большие. Но стоят уже. А это Шурик рыжий. Кто-то подстрелил его с травмата, что ли, насквозь. Патрон внутри застрял. Вон напухший у него бочина там с одной стороны. Ну, жизненно важные органы не задеты. Живой бегает. А когда задеваешь там, этот ноет. Вон, смотри, что делает.